Всем привет, друзья! Нашел себе оператора. В объявлении было написано, что он снимал, что он находился в группе Федора Бондарчука, снимал девятую роту. Вот, ну так написано было в HandHunter. А когда он пришел на его, он начал снимать на Xiaomi. И поэтому получился такой кадр, когда оператор от Бога. И я вот думаю, после этого верить или не верить всем операторам.